Всем доброго дня. Мы сейчас с вами находимся в городе Бусана. Это фракционы города Сан-Ремо. То есть раньше, где-то 4 года назад, это был отдельный коммун. Сейчас данный город относится к коммуне города Сан-Ремо. Можно считать, что это Сан-Ремо тоже. Находится данный город между Армадитаджо и городом Сан-Ремо. Мы сейчас с вами смотрим наш старый лот. 2000, по-моему, 13 или 14 года, конца 13-14 год. Не то чтобы она так долго продается, просто она год продавалась, потом ее сняли с продажи. Ну и видео раньше было плохого качества, сейчас хочу показать все в красках. Дом очень симпатичный, милый, сделан, как сказать, сделан от души. Так, сейчас покажу все нюансы, детали, как он был сделан, и вы поймете. Большой газон, большая площадка для игры, для детишек, потому что семья была большая. Вот такой дом у нас. Дом 300 метров квадратных. Земельный участок 5000 метров квадратных. Вид на море. Даже отсюда видно море. Терраса где-то еще около 300 метров квадратных. Ну, террасу мы не будем с вами считать, будем считать только жилой. И жилой 300 метров квадратных. Очень тихая зона. Сейчас с вами сначала снаружи пройдемся. Туда вот идет, где до конца этих теплиц идет территория. Теплицы, как всегда, по практике мы закрываем красивыми деревьями, ничего не видно. Ширина стен здесь около 35 сантиметров. Жалюзи, если видите, 10 сантиметров, да, то есть не обыкновенные, а антифорт, то есть чтобы не вскрыли, не взломали. Очень много жасмина. Здесь по видео, к сожалению, не могу передать вам, как здесь, какой здесь аромат. Так, заходим внутрь. Это у нас зал. В данном доме делать абсолютно ничего не надо. Мне кажется, только одной мебели 1200 евро, потому что мебель здесь очень хорошего качества. Довольно-таки все просторно. Ванная комната. Просторная ванная комната. Душевая кабина вот так, с натуральным освещением солнца.
Здесь у нас с вами идет обеденная зона и кухня. Стенку, если хотите, можно снести, можете так оставить, это уже на ваше усмотрение. Вот такой большой обеденный стол сделан специально под заказ для этого дома. Далее у нас это выход на террасу, да, в сад. А здесь у нас спальная комната первая. Со встроенным шкафом и выходом на террасу. Небольшая ванная комната с душевой кабиной. А здесь стеклопакет, по-моему, он сделан не двойной, да, а из четырех стекол. Ну, как минимум три стекла там есть. Поэтому внутри дома жесткая тишина. Далее сначала пойдемте вниз, с вами сходим. Здесь каминный зал вот такой большой, просторный. Опять-таки с выходом в сад. Камин работает. Далее здесь идет большая спальная комната, где-то 24 метра квадратных, вот так. В доме установлено индивидуальное отопление, сигнализация. Здесь у нас еще одна ванная комната с душевой кабиной. Здесь у нас данная дверь, вот это, там у нас кладовка большая, метров 15. Здесь у нас постирочная. Так, здесь у нас с вами идет как бы мансарда. Спальная комната. Так, я тут свет. В общем, здесь большая гардеробная комната и ванная комната. Далее поднимаемся на террасу. Хочу вам показать крышу, да, то есть крыша у нас новая. Терраса очень большая,
видом на море. Это собственность. Здесь можно сделать и теннисный корт, и бассейн большой. Как душа ляжет, как бы, да, то есть можно сделать все, что хотите. В рамках разумного. А по всем деталям стоимости смотрите внизу нашу ссылку на наш сайт. Там будет все написано. Спасибо.